Первые выпускники социально-благотворительного проекта «Табысты отбасы» в Актюбинской области получили оборудование для открытия собственного дела. Обучение представителей социально уязвимых слоев населения проходили в Хабдинском районе. В общей сложности 20 участников первого потока получили необходимые знания по 5 направлениям. И в дальнейшем им окажут поддержку квалифицированные менторы. Производственное швейное оборудование после обучения получила жительница райцентра Гульмира Кужаниязова. Основной упор она планирует делать на пошиве одежды и постельных принадлежностей для особенных детей. Так как она сама является мамой ребенка с инвалидностью, швейное дело решила развивать и Баршагуль Бердибаева, которая воспитывает 4 детей. Уже сейчас на дому она готовит постельное белье, курпе и другую продукцию, а в будущем намерена открыть собственное ателье. По проекту «Табысты отбасы» я прошла месячное обучение, закончила курсы по швейному делу. И считаю настоящим подарком судьбы, что удалось принять участие в этом проекте. Мне выдали необходимое швейное оборудование на открытие собственного дела. Это весомая поддержка. Хочется выразить огромную благодарность авторам проекта за такую помощь. В общей сложности грантовую поддержку получили 20 человек, прошедших месячные курсы. Важно подчеркнуть, что основной целью проекта «Табысты отбасы» является повышение благосостояния людей путем получения востребованных профессий с возможностью реализации собственного бизнеса, а именно швейное и кондитерское дело, бьюти-индустрия, СММ-направление, автослесарская деятельность. Особый акцент делается на социально уязвимой категории граждан, многодетных и малообеспеченных семьях, семьях, где воспитываются дети с ограниченными возможностями. В начале проекта мы им не говорили о том, что будут гранты. Для них это такой бонус приятный, потому что мы хотели, чтобы были те, кто реально хочет начать что-то, свое личное дело в домашних условиях, и потому что для них же требовалось время, они должны были месяц обучаться, ходить, чтобы не ходили ради, скажем, грантов, да, а чтобы реально человек сказал, нет, я хочу измениться, я хочу стать благополучной, и для этого я буду ходить на эти уроки, на эти мастер-классы, на эти мастер-майды. Денежными средствами не даем, что очень важно, мы даем в виде инвентаря. Напомню, что проект «Табысты отбасы» в пилотном режиме стартовал 1 декабря прошлого года в 5 областях. Поддержал начинание Фонд развития социальных проектов «Самрук-Казна-Траст», выделив более 200 миллионов тенге. В Актюбинской области реализация социально важного направления началась в Хабдинском районе. Второй поток обучения пройдет уже в Актобе, где планируют захватить грантами не менее 40 слушателей. Николай Сырбов, Самат Каликенов, телеканал Актобе.